Здравствуйте, девочки, мальчики, все, кто любит смотреть обзоры каталога Avon. Я сегодня сниму обзор на 13-й каталог 2015 года. Не хотела я снимать обзор, потому что уже есть девочки, которые выложили обзоры этих каталогов. Но, тем не менее, мои подписчики просят, что давай уже лучше ты сама сними. Ну, ладно. Значит, будет одним обзором больше на YouTube. Начинаем, да, что каталог тут будет еще вот такая модные акценты, брошюрка и распродажа. Ну, распродажа у меня очень будет боевая такая. Не знаю, показывать или нет, но если не обращать внимания на то, что она у меня бедная, вымылась в средстве от Avon, то посмотрим. Смотрим, ладно, начинаем. Сразу новинка, тушь. Тушь я по АП не брала, потому что сейчас действительно туши много и не захотела брать новую. Но тут такое предложение. Либо можно за 249 взять, либо за 10 рублей, если купите на определенную сумму средства с остальных страниц. Ну, не с остальных, сейчас посмотрим, с каких. Так, смотри страницу 2. Страница 2. Где у нас условия акции? Вот. На 398 рублей от 3 по 15 страницу. И тогда можно заказать эту тушь за 10 рублей. Ну, я думаю, 398 на 400 рублей. Ну, меня это не заинтересовало предложение, потому что мне показалось цены достаточно высокие. И, в принципе, наверное, выйдет тоже на то же. Ну, хотя каждый решает сам. Три новых оттенка у теней. Так они выглядят, новиночки. Ну, для любителей, мне кажется, тут как раз и синие оттенки, и коричневые, и вот такие вот достаточно нейтральные подойдут. На каждого любителя подойдут. Тени. Очень нравится мне вот эта кисточка для нанесения именно вот этих теней. Тени хорошие, супер стойкие. Такие не пробовала карандашики. Ничего сказать не могу. Палетка на любителя. Мне очень-очень нравится она. Прямо уже воск у меня заканчивается. Кто смотрел обзор моей косметички на месяц, видели, какая она у меня уже убитая. Но добиваю. Действительно нравится. Причем вот те, кто, например, хочет покупать, я пользуюсь почти каждый день на протяжении больше года. Мне кажется, даже полутора лет. И воск у меня практически кончается, а пудра... Вот сами вот эти тени, они остались практически неприкосновенные. Ну, чуть-чуть прямо тут вот, как будто бы только начато. То есть вот очень экономно. Ну, воск, да, уходит. Получается, полтора года я ее использовала почти ежедневно. Тут карандаши, цены видно. Новинка. Так, что у нас тут? Лайнер. Жидкая подводка. Супер длина. Такая. Фокусируемся, идем дальше. Любые два оттенка лака за 199 рублей. Приятная цена, но с этого момента уже перестает действовать вот акция с тушью. Тут уже другие акции. Также на каждую 1000 рублей, купленных в этом каталоге, будет купон на 500-рублевую скидку. Но, как я поняла, что потратить можно будет на специальные средства. То есть будут отмечены страницы, на которые можно будет потратить этот купон. Очень хорошая цена на джеггинсы. 999 рублей – это действительно очень хорошая цена. И джеггинсы представлены в двух оттенках – синий и черный.
камера моя. Ну, давай работай. Нет, она меня вредничать стала. Надоела ей. Она говорит, я телефон. Я не камера. В первую очередь. 439 рублей. Хорошая цена на водички. Мужская водичка новинка идет. Так, что у нас тут пишут? Шипровый аромат, мандарин, шалфей, кедр. Туалетная вода. Условия на 400 рублей. Купить любые товары с определенных страничек. Вот. Но наверняка будет для представителей всего 15% скидки, независимо на какую сумму вы наберете. Так, вот этот аромат. Ой, приятненький. Давно хотела Persif Dieu потестировать. Приятный аромат, мне понравился. Вполне достойный. Новиночка появляется. Аромат Outspoken Patty. Так, цветочно-фруктовый аромат. Пион, малина, сандал в него входит. Мне показался слишком сладким и... Ну, без изюминки. Мне так показалось. Но каждому советую взять пробничек и потестировать лично. 609 рублей на вот эти ароматы из линейки Today. Сам Today и его старшие уже собратья по 50 миллилитров. Два аромата за 1435. Ну, цены подняты. Тут особо можно не задерживаться. Вторая новинка. Мне этот аромат уже очень понравится. Понравился Far Away Bella Sunset. Набор идет 739 рублей. Я очень рада, что в набор входит вот такой вот такая мини-версия этого аромата. И это дает надежду, что будет этот аромат идти в мини-версиях тоже. Я бы с удовольствием взяла, может быть, не целую версию, но мини. Потому что на целую не всегда есть средства. А мини интересно побаловаться. Я сегодня с колечком. Мне ребенок подарил колечко. За 10 рублей купил. Но не могу я снять его. Вот, так что я счастливая обладательница такого красивого цветочка, поэтому буду им мелькать. Это подарок. Так, ну тут уже оно не новинка, потому что многих уже была возможность потестировать. Femme Icon. Цветочно-древесно-мускусный аромат, малина, ирис, пачули. Входит. Мне он понравился больше, нежели первый. Тоже, кстати, вот идет с мини-версией Incandescence в наборе. Два аромата за 1100. У меня все мечта ультра-секси приобрести, но пока не получается. Beautiful Butterfly 670 рублей. Дезодоранты. Пошла мужская серия. Два за 1100. Нравится мне и Аква, и Прайм. Вообще, в Эйвен хочу сказать, что много мужских ароматов, которые достаточно приятные. Достойные внимания. Вот новинка идет. Так, активируйся, да? Вот это вот интересное предложение за 249 рублей при покупке любого товара со всего каталога на любителей. Вот эти вот не очень приятные ароматы имеют шарики. Это нормальные по аромату, но на любителя. Для меня они как-то подсвечивают. Лицо подсвечивают. С
слабый такой, есть деликатное свечение. Но не закрывают недостатки, это не прячут. 199 рублей на любую помаду. Тут то же самое, помады знакомые. Тут тоже я не вижу каких-то новинок. 109 рублей на помаду Леди. Так, 209, достаточно дорогая цена на тушь. Так, вот тут новинку вижу. Средство. Так, база укрепления, защита, блеск, топ-покрытие. 5 в одном, 179 рублей. 10 миллилитров. Вот такая новиночка. Остальное вроде все знакомо. 259 рублей на средства для лица декоративные. Тут тоже видно. Если вдруг новинку не замечу, простите, вроде бы пока. Ну, вот тут новиночка палочки. Набор палочек для маникюра 5 штук. Материал дерево. Очень красивая вот эта вот обложка, мне так нравится. Люкс, красиво оформлен. Цены я не вижу, чтобы были прямо вау. Цены стандартные. Но оформление симпатичное. Тут новиночка идет у нас. Вот такая обложка для паспорта. Очень симпатичная, наверное, выпуклая. 199 рублей. Тут благотворительная акция написана. Средства идут. Вот здесь я хочу обратить внимание на вот этот аромат. Спортлайт, да, так вроде он называется. У очень многих людей он был в любимчиках, он уходит из Avon. И вот редко-редко уже появляется в распродажах. Так что хочу на него обратить внимание. Забыла, кто из девочек хвалил вот это вот лосьон, шелковистый лосьон для тела. Вот прям совсем недавно смотрела обзор. Кто-то из девочек, на кого я подписана, говорил, что очень-очень приятный аромат. Прям такой аромат, что зря не обращала внимания. Прости, забыла, кто ты. Вот. Так что я тоже тогда обращаю внимание, но так она хвалила, что я сама же заинтересовалась этим шелковистым лосьоном для тела. Вот. То есть тоже можно обратить внимание, цена достаточно низкая, 200 миллилитров. Дальше. Хит цена 119, тут всего за 209 гель-пилинг. При покупке любого товара из этой серии. Молодежная идет серия, новинка. Вот такие резиночки, да? А нет, это браслеты. Браслет. Так. За 449 собери свой неоновый набор. Для заказа набора укажи код туши, код карандаша для век, код помады и код браслета. Вот, то есть с этой страницы можно набрать себе набор, собрать. Для тех, кто интересуется, обратите внимание. Тут знакомое все. Тут тоже. Очень нравится мне эта тушь. Не устану повторять, но нравится и сейчас я с ней. Так, тут по 89 рублей. Ну, давайте вот так поближе. Любой оттенок губной помады. Снимаю второй ролик и уже
Что-то у меня голос подводит. Начинает садиться. На камеру стараешься чуть громче говорить. И садится немножко голос. 249 рублей. Любая водичка. Новенькие водички. Уэйвен. Рюкзачки. Достаточно небольшие цены. Ну, наверное, потому что вот этот из материала, да, полиэстер. А тут искусственная кожа 900 рублей. Ну, вот на девушке, мне кажется, маленький. 27 на 36 на 15. Вот так можно обратить внимание. Тут появляются новинки платья. Ремешки двухсторонние, я так понимаю, ремешок. Так, само платье. А ремешок идет в подарок к платью. Ну и тут также можно вот на девушке поглядеть украшения. Ну а цены видно. Так, тут у нас что идет? Тоже сплошные новинки. Очень интересные, красивые. Такая блузка боди за 1200. Никогда в жизни такие вещи не носила. Не знаю, как это можно совместить, но раз предлагают, значит удобно. Вот это интересное украшение под белую блузку, под такой воротничок. Тем более, если у девушки вот черно-белая сумка, то я согласна, что выглядит очень эффективно, эффектно. Дальше вот такая новиночка есть за 399 рублей. На загорелую кожу, мне кажется, будет очень красиво. Вот на девушке видно, как все блестит, сверкает. Юбочка 999 рублей. Тоже новенькая. Она идет. Нижняя корректирующая юбка отстегивается отдельно. Так, фокусируемся, идем дальше. Вот этот изумрудный набор мне тоже понравился. Шарф зеленый, интересный. Вообще такая изумрудная серия. Вся эта, весь этот разворот интересен. Сумочка новая. Вот такие новиночки. Зонт идет. Эйвен, хочу сказать, молодцы. Действительно, Эйвен молодцы. Каждый каталог огромное количество новинок. У них очень быстро вот это все сменяет друг друга, что-то уходит в распродаже. И порой даже не успеешь купить, а уже оно там в распродажах мелькает. Молодцы. Нету каталога, который бы хотела вот пропустить, что вот точно в этом мне ничего не надо. Каждый раз что-то новенькое, что-то надо. Молодцы, умеют держать клиентов у себя. Так, смотрим новинки. Вот такие органайзеры интересные. Так, размер видно 35 на 27 и на 9 сантиметров. Так, фокусируемся. Идем дальше. 399 рублей. Тоже красивый шарф. Практически такой же вот зеленый, да, новый появляется. Темный, темный изумруд такой. Вот это интересная сумочка. Совушка для молодежи интересная. Оксана Клеопатра показывала вот эту сумку. Вполне симпатично смотрится. Так, какой у нее размер? 31 на 29. Единственное, что нету вот этой ширины. То есть много сюда не положишь. Она достаточно узкая идет в ширину. Так, снова вот этот чехол для телефонов. Так, дальше. Начинается серия NU. Вот тут специальное предложение. Я вот так поближе покажу. И вот так покажу. Ну и вот так. То есть можно попробовать новинку 15-го каталога, заказав вот такую мини-версию в 13-м. Кто пользуется этой серией, приглашаю обратить внимание. Тут я не буду сильно задерживаться. Давайте я это сделаю вот так быстро.
Так. Дальше идет серия. Вот это вот новенькая. Натурал. 45+ появилась вот эта линеечка. Прибавился возраст. Обещает, что будет все хорошо действовать. Ну вот я тут не показала, правда. Можно при заказе из этих средств купить вот за такую цену колье и браслет. Дальше. Стройное тело. Намажетесь, похудеете, похорошеете. Наборы. Очень удобные наборы. Кто любит эту серию, то можно брать наборы. Можно наборы самим собирать. Понравилась мне вот эта линейка. Единственное, для меня осталось загадкой. Это аромат. Так я ни сосну, ни эвкалипт там не почувствовала. Но лишь бы был эффект. Любое 109. Новинок не вижу. Листаем дальше. Вот тут новиночка. Повязочка. Достаточно дорогая. 165 рублей. Так, фокусируемся. Крема для рук 69. Крышечки стали удобные. Пользоваться стало приятней. Тут мыльные крема. Кремы, да. Вот тут, по-моему, все. Последний раз в каталоге вот эти кремы идут. В таком разливе. И последний раз в каталоге идут шариковые дезодоранты вот эти. Ну, я что-то думаю, дизайн поменяют. И будет первый раз в каталоге. И там, может, 48 часов на 72 поменяют. И новый дизайн. Достаточно дорогой тут вот этот тоник. Он, я не помню, в 11-м что ли, или 10-й, 11-й, 12-й. Вот в тех каталогах цена дешевле. Если кого интересно, брать лучше там. 75, мне кажется, дороговато. 2 за 190. Новиночки такие появляются, которые не так давно были не новинками. Тоже поменяли просто дизайн. Я, конечно, не уверена, может, там и состав поменянный, я не знаю. Но большая вероятность, что изменился дизайн. Так, пошла голова, волосы, уход за волосами. Тут уже эти средства по 149. В прошлом каталоге они были по 92 рубля. 12-й каталог, да, был. Тут появляются новинки для тех, кто занимается волосами, стрижками, укладками, прическами. Вот такие новинки. Ножницы. В общем, все видно. Я тут уж не буду перечислять то, что и без меня видно. Так, видно. Идем дальше. Любой шампунь 199. Хорошая цена. Тут шок цен нету. Идем дальше. Все для волос. Ну вот тут обещают новиночка малюсенькая. Вот видно в руке в детской. Полотенчика, салфеточка вот такая. И если ее намочить, она из маленького получается вот такой большой. Цена, кстати, на нее достаточно так большая. Где? 8. Вот она. 250 рублей. Это, конечно, слишком. В раскрытом виде 30 на 30 сантиметров. Но в закрытом видно, что вот из такого маленького появляется вот такое большое. Но так, дальше новинки. Новинка. Детское средство. Мне оно понравилось. Аромат приятный. Виноградиком пахнет.
И вот такая игрушечка. Вот такая игрушечка. Вот так. Такая дикая цена. С большой скидкой. А так 800 рублей размеры. Полиэстер нейлон. 14 на 11 на 18. Не знаю, за что, конечно, такая цена. Так, фокусируемся, идем дальше. Масло хорошее. 175 Skin So Soft серия. Ну, тут новиночка. Подушечки для пилинга кожи стоп. С алоэ, сок алоэ. Вот. Видно эту серию. Сейчас открыла вот этот увлажняющий лосьон для ног. Он настолько жидкий, что я не могу привыкнуть его нормированно выдавливать из тюбика. Он у меня просто выпрыгивает в больших количествах, и я потом вместо пяток там, не знаю, чуть ли не до талии натираю ноги, чтобы распределить то, что у меня там вылилось. Так, дальше. Хорошие вот эти вот средства. Конечно, они нравятся. В жару можно их использовать. Причем использовать очень экономно. Сколько не льешь, они не нескончаемые какие-то. Там такое распределение. Хорошие очень вот эти пульверизаторы. И распределяются хорошо. Понравился мне аромат. Да и этот был хороший аромат. И новинка, понравились мне. Любой за 109. Это скрабики, да? Ты не сказала, что мне понравилось-то. Так, цены. Цены были интереснее в прошлом каталоге. Появилась новинка для этой женской серии, на которую я обижена. У меня, кто смотрел обзор моего 12-го каталога заказа, сломалась помпа и один флакон растекся. Ну, поэтому у меня такая боевая будет распродажа. Ну, появилась новинка. Что тут говорится у нас про новинку? Алоэ, ромашка, молочная кислота. Так, давайте тут вот так покажу. Так. Ну, обещания очень хорошие. Я думаю, стоит попробовать. 119 рублей. Почему бы и нет? Так. Пены. Так, все видно. Новинка. Хорошо забытая старая, да? Все новое. Так, чего у нас тут? Ну, приятный аромат, конечно. Встречай свой любимый аромат в новой упаковке. Ну, конечно, мы скучаем же, да, по такой упаковке. У кого есть ногти, упаковки, конечно, самое то. Но, тем не менее, аромат действительно очень хороший. Сандаловое дерево, ваниль. Приятный, приятный аромат. Достойный. 3 за 189. Хорошая цена. Те, кто не купился на акцию в 10-м каталоге и не скупился гели со склада, то можно их покупать здесь. Гели Avon очень хорошие. Серия защитная от пота и для ног. Тоже хорошая цена, 189 рублей. Ну и также волосы. Тоже привлекательная цена. Можно набирать наборы со всех трех разворотов. Так, давайте я вот так покажу. А вы сами увидите, что тут предлагается. Не буду я читать. Ну и вот это интересный разворот такой. Тут хорошие скидочные цены на ароматы.
209 рублей, хорошая очень цена. Мне понравился очень с зеленой крышечкой. Эти два я не пробовала, этот я так и не полюбила. Тут так я вот этим шармом не подружилась. Прямо вот есть в них нотки, которые, не знаю, мое восприятие не принимает. Так, и 219 рублей, последний разворот. Тут у нас идет череш, можно сказать, новинка в 30 миллилитров. Черное платье, инкандесенс и персив. Вот такие тут новенькие дизайны. Давайте теперь 30 минут. Попробую я все в один ролик, чтобы нам, кто устал, на паузу можно поставить, отдохнуть и продолжить, чтобы мне два ролика не грузить. Так, сыворотка. Это предложение только для представителей. Те девочки, которые заказывают у представителей или через представителя, то если он вам не покажет, значит не покажет. Вот такие предложения. Ближе не буду показывать. Вот такие новинки. Новая серия идет от Планеты Спа. Опять. Вулканы Исландии. Вот так вот. Вулканические минералы, родниковая вода. Ночной крем для тела от Skin So Soft. Интересные. Новая серия идет для волос от Advan Technics. Вот так покажу. Можно взять прямо набором за 400 рублей. Скидка больше не будет. Ниже не будет. Вот. Вспышка у меня немножко, конечно, отсвечивает. Не сразу видно тут все. Так, вот здесь интересная новинка. Давайте я с нее и начну. Снова ваниль. Пена для ванн будет. Ваниль и орхидея. И набор. Ваниль и сандаловое дерево. Вот. Надеюсь, что будет приятный. Даже интересно, получается, вот здесь вернулась новинка. С этим сандаловым деревом, по-моему, тоже ваниль была, да? Я уж забыла, где он тут. Нет, так быстро я уже не найду. Но мне кажется, тоже была ваниль там и сандаловое дерево. Даже интересно, похожие будут ароматы или разные. А, вот здесь вот еще помада новая. 3D объем, помада и бальзам. Или блеск даже для губ. Блеск для губ 7 мл, 149 рублей для представителей. И помада. А где помада? А, любой за 149. Губная помада тоже 3D объем. Вот. Фокусируемся. Все, наверное. Ну вот новинки. Будут новинки вот такие. Аттракцион прямо. Avon Attraction. Мужская и женская водичка. К сожалению, у меня страница не ароматизированная. Сколько я ее не терла, так ничего не натерла. Ну давайте вот эту боевую распродажу сейчас попробуем посмотреть. Здесь вот так два средства сразу. Ну вот как смогла отмыла. Да, зато точно чистая, без бактерий. Ну смотрим, ладно. Будем боевую смотреть. Хочу сказать, что мужской аромат очень приятный. Вот этот понравился. Мне женский тяжеловатый, а мужской приятный. Так, тут ароматы, страничка. Удивляет этот набор, он все дороже и дороже. Видимо, его, ну, очень жалко с ним расставаться, и с каждой распродажей все выше и выше цена. Так, видно. Угу.
Если что-то не видно, конечно, спросите. Обычно в распродажах уже сами знаем, что хотим. И ищем те средства, которые необходимы. Так. Все, распродажа закончена. И последнее покажу. Вот такие модные акценты. Так, вот такие две новинки на девушке. Сильно не буду заострять внимание, тоже вот так по-быстрому покажу, а вы уже сами увидите цены и как это все выглядит. Черный с розовым все-таки красиво смотрится. Так. Как мне нравится. У меня подруга купила и носит постоянно вот этот вот женский тунику. Женскую тунику. Если бы она себе не купила, я бы себе взяла бы такую точно. Просто часто встречаемся, и если в одинаковом, не хотелось бы встречаться. А так очень красиво. И цвет очень приятный, бордовый такой. Прям спелая вишня. Сумочку я показывала даже. Вот эту. Так. Что-то я сегодня всю эту... Весь обзор так ее. Очень понравился вот этот вот органайзер. Очень понравился. У меня, к сожалению, нет такой двери, на которую можно вот так повесить, но если бы была, я бы его повесила. Хорошие. И вот эти органайзеры смотрятся красиво. Контейнер. Тут новиночки. Кстати, вот у подруги вот эта сумка как раз с той туникой. Она вот все время их носит вместе. Сумку и тунику. Мне вот эти сережечки понравились. Что-то они мне покоя не дают. Может быть, я себе возьму такие серьги. Понравились. Все, на этом все. Из всего каталога меня заинтересовали сережки и, наверное, аромат вот этой водички женской я возьму попробовать потестировать. Но ближе к заказу будет видно, может быть, на что-нибудь я еще раскручусь. Но каталог полистали, посмотрели. Я рада, если я была действительно полезной, снимала не зря. Всем пока, до новых встреч!